Ну что, пошлите змеи, куда-то она нас ведет в очень страшное место. Господи, не надо. Ты меня проведешь в безопасность? 3 года? Что, и правда 3 года прошло? Че, ты идешь, нет? Он сзади идет, нет? Кстати, всем привет, с вами Романия. Мы продолжаем играть в Resident Evil 7. Майхейзер, по-моему, называется. Я хотел сказать, ты говоришь, он тут, блин, ходит где-то недалеко. А что ты тогда орешь, блин? Мия. Что это? Это говно, что ли, там лежит? Или мясо? Я не вижу отсюда. Что, очень темно? Сюда, по-моему. Сейчас он придет. Это маньяк. Давай, давай, стелсимся. Где он? Я его что-то не вижу. Да ладно, станем, она вроде идет стоя. А почему она не может прыгнуться? Тут реально сейчас будет крипак, я тебе говорю. Что это такое? Не понимаю, что такое. Mia, we have to talk. That message you sent me. Not me. Не я, это не я. But you did. I didn't. А кто? Fine. Just tell me what's going on. I'm telling you. Я ничего от тебя не скрываю. We have to go this way. А теперь нам сюда. То есть мы нашли Мию в прошлой серии еще. Мы ее освободили. Из клетки, блин. Что-то тут тоже стрёмно. Блин, что-то шевелится, банки какие-то. Мне здесь принесли мне еду. Я уверена, что человеческое мясо. Я вот уверена. На 100%. О, как круто, что. Эй! Давай, передвигаемся. Не стоим. Как называется это? Фобия, клаустрофобия, что ли? Напомните в комментах. There. Вот, пришли. It's there. О, спасибо, ты меня так провела далеко. This is it. Ты на месте? Это точно Мия? Я что-то вот не знаю. Может, это вообще не она? А демон какой-то. Sure. Здесь есть другая дверь, я точно знаю. Я только вижу тут старые диваны. Чё? Что это такое? Что такое ощущение, что кто-то идет? Там кукла какая-то страшная. Что с тобой? Зомби какой-то, она вообще уставшая. Истощенная все. Да хоть у моей семьи. Сейчас ее стошнит, она блевать будет, да? Мия. Мия? Надо отсюда выбраться. Побудь пока здесь, ладно? Я пойду осмотрюсь. Ой, я не хочу никуда идти осматриваться. Что-то игра интересная, мне уже начинает нравиться. Походу, я давно в хорроры не играла. Не надо выключать, не надо, давай. Ставь. Так, а что это? Мы уже тут осмотрелись. Пока на меня никакой хоррорный призрак не нападал, так что все нормально. О, это и есть кукла Мия, да? Так. Что, ее нельзя подобрать? Никаких комментариев не будет? Тут еще одна кукла. Сколько тут кукол? Что? Куда она делась? Мия. Что? Что было? Такое ощущение, что это... Либо она что-то мутит, либо... Действительно, тут какой-то монстр есть. Вы можете видеть мое такое интро к Resident Evil. Блин, не пугай. Там какой-то маньяк ходит. С лопатой. Че, ничего нету вообще страшного. Отсюда выберемся. Вот я так и знала. Телефон, как Layers of Fear напоминает. Очень сильно. Layers of Fear, точнее, давай. Алло. Такси не вызывали? На кое, блин, такси. Сюда ни один таксист не подъедет. Блин, телефон какой-то загаженный тоже. Какой-то блевотине непонятный. Вообще. Иди к черту. Кошка драная, блин, тут вообще. Карта? Как его смотреть? Ага. А, так вот она. Угу. Господи, туннель туда-туда идет, да? Ого. Так это не туннель, это этот. Дорога, откуда мы прибыли, короче. Пошлите просто вперед, тупо, и все. Здесь никто вот не вылетит. Господи, кто это такой? Портреты пугающие просто. Это детский двор, да, типа. Сюда он не выскочит. Так. Там что? Она не поддается, да? Ну, нам все равно сюда. Что-то
какая-то графика такая мутная, немножко размытая. Аптечка. А как ее принять, эту аптечку? Какие-то нелады с этими аптечками. Господи. Перестаньте стучать. Меня куда я сейчас... Блин, ну тут явно кто-то есть, помимо Мии. В туалет тоже не сходит. Блин, иди в шубу. Где, 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 где? Блин, не сюда. Пошли, тихо. Тут как бы говорят, что ты сиди к черту. У меня даже оружия нету. Сюда вот стучат. Слышь, ты, туалетный унитаз. Нам обратно, что ли, надо выходить? Что? Что? Иди к черту. Ну что? Что ты меня так пугаешь? Не боюсь этой игры. Я сказала, Лэйр Фирс это ни разу не испугал. Нет, ну... Здесь, я думаю, будет физический страх, как его власти тоже, блин, да? Ну мне сюда... Ладно, нам обратно 100%. Ну зачем вот идти обратно? Всегда плохая примета. Не возвращайтесь обратно. Никогда. Господи, блядь. Кошмар. Чувствую. Да ты, блин. Чё? Привет, это Мия, да? Я же говорю, зомби. Господи, пошла нафиг. Ах, вот это да, натолкнула пацана. Не надо говорить, что мужики сильнее женщин. О, парень, сопротивляйся, она тяжь. Ой, она меня поранила, блин. Давай, 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 господи, блин, только не убивай. Ой, оглуши ее, пока можем. О, давай. О, давай, она меня точно... Чуть не убила. О, как повернуть против нее? Так, давай, нажимай, нажимай, нажимай мышку. О, все, лечиться пора. В больницу везите. Точно, с ней что-то было не в порядке. Что-то тут какой-то вирус. Она не понимает, что делает. Это монстр. Он не человек. Ула. Господи. Блин, я бы в таком состоянии точно бы тоже упала вместе с ней. Так, контрол использует аптечку. Господи, так ты быстро вылечился. Вообще супер. Офигенно. Сюжет уже нравится мне. Что дальше с ней? Ух ты, опять она. На безвредие. Ух ты. Давай топор, давай. Так, атаковать. Давай, бей, 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 бей нафиг. О. Пофигу, 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 избивай. Да, 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 давай, 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 давай. Что тебя там зовут, чувак? О, ты ее убил, все? А что поделать, она сама на меня напала. Я бы тоже, наверное, защищала жизнь. Да что-то я уверена, это, наверное, даже не она. Я запуталась, я не знаю, как вы думаете. Только, пожалуйста, в комментариях не спойлерить. Так, ладно, все. Ой, жалко ее, поначалу она ничего так было. Телефон. Так, ничего нет. Да пофигу, ответить всегда успеем. Я тоже не сразу отвечаю на звонки. Так, где он был в этой части? Вот он. Кто звонит? Маньяк звонит, да? Вот ты, а? Этакий. Ох, не надо было тебе сюда приходить. Кто это? И что, блин, происходит? Меня зовут Зоя. По идее, ты можешь пройти через чердак. Ты что, наблюдаешь за мной? Иди туда, немедленно. Она хочет сказать, она меня как-то видит сейчас. Тут двери сами открываются. Как будто какой-то реалити-шоу. Нет, нельзя в туалет больше пройти. А Мии-то нету. Супер, чё.
Что попало происходит? Еще как будто бы... Ну, я даже не знаю, как это объяснить. Это вообще не люди, а зомби какие-то. Потому что Resident Evil, она ведь построена на зомби, да, эти игра? Вокруг зомби всегда все вертелось. А здесь... Здесь как-то более скримерно. Смотрите-ка. Ну что? Мы вышли через эту дверь, которую мы не могли пройти, да? Что, снова сюда пройдем? Так, это мы видели. Так вот, я ни в одной серии Resident Evil не играла. Блин, это так непонятно, что это. Так, это ничего мы не можем использовать здесь. Думаю, мы еще сюда не раз вернемся, дом-то большой. Так. Че, я не хочу это снова смотреть. Нафига я это поставила? Блин. А-а-а! Зачем? Зачем? Не надо, не надо. Давай обратно. Что ты тут нового и нового-то увидишь? Может, что-то другое уж? Ну, это, короче, оператор был. Так, так, как перемотать? Остановить видео, да. Прекратить воспроизведение. Что? Воспроизведение начнется с самого начала. Господи, я не хочу это снова пересматривать. Но мы пересматривали это уже. Так, да. Блин, походу вообще это... Если ты всунула эту стрёмную кассету, это все будет сначала. А, нет, все нормально. Можно остановить. Что тут еще? Ну, так и было понятно, что это клетка, в которой ее держали. Типа подсказки, да? Разнеси тут весь этот дом. Похоже, это владельцы. Этот мужик-маньяк, нет? Который на интро... Так. Интро иногда я могу менять. Ну, нету сил просто на все видео, на каждое видео по новому интро. Да, превьюшки можно ставить, блин. Смотрите, какой был страшный маньяк. Вон, с топором. Вот-вот-вот-вот-вот. Вот это было страшно. Так, ничего так и не нашли. Пошлите обратно. Опять через эту тараканью кухню идти. Ну да, мы это знаем. Господи, да закрой ты! Чё? Там тебя как зовут? Зоя, да? Чё, нам, за мной наблюдаешь там? Я знала, что он сидит не в холодильнике, не в микроволновке тоже он сидит, этот маньяк. Или маньячка. Вот Мия исчезла. А? Показала, что кто-то ходит? Так, это откроем. Он тут сидит, да, в шкафу? Да. Предохранитель. Окей, нам надо туда. Теперь мы знаем точно 100%. Тихо-тихо-тихо-тихо. Давайте на нее не будем нарываться, ладно? Вот теперь она нас будет сейчас это динамить. Она как призрак взяла и прошла. Господи, блин, какой пипец. Честно я вам скажу. Если она на меня нападет, просто тупо атакую и все. Это пока Мия, она не опасна, честно сказать. У нее не такой страшный вид. Так, где он? Так, вот он. Вставляем. Ну и что? Ну, ставили, что дальше-то? Куда? Ну? Блин. Что-то я боюсь немножечко. Я не люблю, вот когда меня как в Outlast'е вот так вот преследуют. Замучаешься за этими креслами, короче, прятаться. Да, когда играешь одна, еще больше пугаешься. Че она сказала, идти наверх? Че, никто не знает? Так, эта крыса тут не ходит? Ой, блядь. Сука. Ты дура сумасшедшая, блядь. Где нахер дура? Жена, что с тобой случилось-то, блин, объясни. Хватит меня калечить, дура.
Так, вырываю эту херню. Наберись, чувак, терпение нужно. А, господи, иди со своей пилой нахер. Господи, быстрее, 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 она сейчас как... Иди нахер, дура. Это серьезно? Придется руку заделывать обратно. Да. Капец, она... без руки это тяжело. Че, подними свою руку обратно. Давай. Ок. Че, дальше-то делать? Ну, поднял я руку. Че, контрол? Аптечки нету больше. Ну да, надо, а то иначе я бы кровь, наверное, потеряла. Много крови. Так, теперь за ней идем, да? Господи, ужас какой-то происходит. Вообще, зачем я сюда пошел? Может, еще что-то надо искать? Да ладно, пошлите наверх. Включаю эту херню. У меня слов вообще нету насчет вот этого всего. Игра очень мясная и очень жестокая. Давай что-нибудь, надо руку как-нибудь пришить. Давай сохранимся. Давай новое сделаем, сохранение. Так, F-OK. Сохраняется, да, но не включайте компьютер, да-да. Если мне еще электричество отрубят, будет здорово, да. Крутяк. Сейчас вот она меня опять напугает до матов, да. Так, там что? Красота. Так, можно где-нибудь руку свою хотя бы пришить обратно. Ну что такое, не очень-то без руки. О, отлично, в бошку стреляет и дури. Она преследовать будет. Так, перезарядка, да? Прицелиться на говно, на, получай. Господи, блин, манекен. Опять манекен, господи. Честно, я тоже их боюсь. После просмотров Black Silver, а я их боюсь вообще. Ну, спасибо. Так, все, пошли. Значит, мы будем играть одной рукой, что ли? Руку подобрать себе, может, это. Лишение руки, знаете, это, ну, для геймерши это вообще капец просто, блин, сколько манекенов. Угу. Я даже не знаю. Это как бы игра, но с элементами шутера. Так что, блин, она сейчас не выскочит откуда-то, это либо. Так, давай, вперед, мне все равно руку, блин. Отрубили, так что мне уже ничего не страшно. Еще 32, 7 патронов у нас. Находится в самом магазине. Пистолет это. Че? Куда нам дальше? Обратно, что ли, выходить? Эти, стойте, дверь закрыла, то, блин, там. Могу, бывает. Внимательность на нуле бывает вообще, блин. Уже два манекена стоят. Или их так и было два? Так, слушай, что? До ближайшей сохраняхи дойти, закончим тогда, да? Я не люблю играть по 40, по 50 минут, я вообще не вижу в этом смысла. Вообще-то тут надо стелсом ходить, будешь шуметь, она нападет отсюда в этой двери. Так. Мы просто сюда тупо за пистолетом зашли, да? Черт. Ну это куда дальше-то? Ну пошли обратно, в чем дело? Красинда. Да и мне что, мне не страшно, я же с оружием сейчас хожу. Давай еще раз сохранимся, в чем дело-то, да? Наверное, закончим на этом, продолжим в следующей серии. Выяснять, куда нам идти, что делать нам. Спасибо, что смотрели. Оставляйте комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь. С вами была Алина Романия. Всем удачи и всем пока.